Всем привет, с вами снова Женек, и мы продолжаем проходить Indie Horror Doorways. И будем продолжать разгадывать тайны злосчастного места этого. Ладно, погнали. Ой, нихуя себе, что это за рывок был такой. Ничего себе, ты бежишь. Становится тихо, и тем страшнее. В предыдущей серии было не так страшно, а в этой уже обстановка-то, ой, блять, попугающий будет. Да, глупо. Ладно, погоди-ка. Погоди-ка. Ага. Так. Отлично. Отлично. Так, и нас здесь ждут, как я понимаю. Ой, блядь. Некие ловушки. Сокровище какое-то охраняется. Отлично. Тихо. Ой. Ёб твою мать. Не допрыгнул. Да ты гонишь, да нет. Ну чё за херня-то? Ладно. Только на одну, да? Блять, это что за звуки? Поднять никак нельзя. А вот оно что. Ага. Да ладно. Я же даже не наступил на них. Долго я буду эту херь проходить. Блять. Ух ты, ёб твою мать, это неужто? Какое-то сохранение бы дали, что ли? Потому что опять заново проходить, если что. Не очень бы. Главный герой вредит, или это какие-то воспоминания его, не знаю, но это пипец. Сделали. Чё мы, мать его, сделали? Нам теперь надо назад бежать, да?
всей видимости, да, мы открыли, наверное, там вторую дверь. Ладно, валим. Уёбываем. Ну, теперь-то, на самом деле, действительно, блядь, действительно жутко становится. Подлагивает игра из-за Фрапс, опять же. Да, блин, да ты гонишь. Отлично. Точно тут, бля, ой. Ничего не сделали. Блин, вот этот звук меня прям, не знаю, в панику какую-то вводит. Просто ужас. И чё? Да. Отлично. Очередные ловушки какие-то будут нас тут ждать. Так, человечек, кружочек, крест и какая-то херь. Опять же, человечек, кружочек, крест, какая-то херь. Снова человечек, отлично. Так, надо запомнить, человечек, кружочек. Ну ладно, ладно. Так, у нас два варианта. Нет, пойдем туда сначала. Прогуляемся. Блин. Тут нету ничего, да? Так, видимо, там мы откроем эту калитку. Что нас там опять ждет, эта херь, блядь. Но опять же, человечек, крест, кружочек просто меняется. Крест, кружочек, и эта херня. Опять человечек. Крест. И вот эта херня. Человечек. Крест. Кружочек. Ой, хер с ним, короче. Ой, блядь. Ебать. Пипец. Так понимаю, это были ведьмы, которых сжигали заживо. At that moment I remember wondering, is all of this just my imagination? Этот момент я помню. Ладно. Помним. Но тут-то нам что надо сделать? Вот оно что. Так, ну что, мы открыли ту калитку, я понимаю. Бежим назад. А, здесь двух.
сторон, да? Ух, ёптунь, 5 штук, да? Вот. 2 человечка, кружочек, 2 крестика. Так. Блин, надо было туда. Так. Хер с ним. Как-то так. В обратном порядке до кружочка, да. Или погоди, давай-ка сюда сходим. Нет, не открыто. А как же эту херь открыть нам? Тут же вроде нету ничего. Блять. Нету. Так, значит, человечек, кружочек, крестик, это херь. А, нет, подожди. Человечка два раза получается, потом надо будет прожимать. Погоди-ка, тут что у нас? Now. Так, очередная записка. А, вот она где открывается. Теперь понятно. Теперь нам надо туда. Отлично. Сейчас бы лазил, бля. Вот она, эта статуйка, за которой мы так долго лазим здесь уже. Великолепно. И сваливаем. Отлично. И на выход. Бежим на выход. Блин, прикольно, прикольно это все, конечно. Дальше. Что нам делать дальше? Погоди. Блин, не помню, на какую там кнопку что нажимать. Нет, это не то.
I remember having felt great. Пока вроде и так неплохо справляемся, но единственный минус то, что единственный минус то, что сюжетную линию мы теряем. Сначала мы тут осмотримся немного. Уже потом пойдем в дом. Но тут нету ничего. К сожалению, придется сразу же идти туда. Отлично. Вообще великолепно. Погоди. Так мы сюда и не попадем ведь. А назад уже не. Нельзя, я понимаю. Ага. А ключик мы не проебали ли сзади? Потому что мы там вообще просто на бум бежали. Поэтому я хер знает. Вот это строение не должно же быть просто так сделано. Сразу же в подвал. Отлично. Так, ну и на этом серию я закончу. Продолжим чуть позже. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Женек. До встречи.